Наш семинар приключений на катамаране в Греции встретил летним теплом, а вылетали мы из 4 градусов и дождя. Солнце, море, вода 25 градусов, улыбки местных жителей и гостеприимный капитан. Кирилл Сорокин – лучший кэп, с которым я когда-либо ходила по морю. С ним спокойно, мягко и душевно. Мы вставали на рассвете, любовались рождающимся из моря солнцем, делали дыхательные упражнения, тянулись и ныряли в теплую, приветливую воду. Глубина встречала нежными объятиями, и каждый член команды сделал свой PB, Personal Best, свой лучший результат, и не один. С первого дня началась командная работа. Мы участвовали в управлении катамарана. Капитан давал штурвал, показывал, как ставить паруса, швартоваться, проводил мастер-класс по узлам. Я научила всех нырять, продуваться, ставить и собирать буйки, глубоко расслабляться и принимать глубину и себя в ней. Работали над техниками ныряния и заныривания. Готовили вкусные завтраки, обеды, ужины. Отмечали Анжелике на день рождения. Коля добывал морепродукты из моря. Женя делал прекрасные фото и видео. Катя под супервизией Кирилла управляла катамараном. Папа помогал при швартовке и всем во всем, учил Анжелику прыгать с носа, а Анжелика проводила мастер-классы по английскому языку и философии. Лили вносила в компанию гармонию и радость, а Макс – чувство плеча и уверенности. Сережа активно гулял и бегал, увлекая нас за собой. Эгина, Порос, Докас, Гидра баловали нас своими ландшафтами, дикими зарослями, осликами, козами, кошками, древнегреческими храмами, вкусными ресторанчиками, греческим йогуртом и мороженым. На четвертый день путешествия был отдых от глубины, и мы устроили искрометный фандайв. Поиграли, повеселились и организовали подводные съемки. Наша компания из разных стран – Россия, Италия, Украина и Англия – превратились в настоящую команду. Дружную, поддерживающую друг друга, веселую и любящую. Так радостно, что мы все встретились. До новых путешествий и семинаров! В семинарах Марины Казанковой меня лично притягивает и вдохновляет ее глубинное умение совместить высокий спортивный профессионализм, психологическую проработку каждого из участников семинара «Для воды и жизни» в целом, искрометный юмор и игры. Все это Мариночка умело замешивает в один коктейль и подает своим студентам, украшая своей яркой и незабываемой улыбкой. Она мотивирует познавать себя через фридайвинг, даже тех, кто изначально не горит интересом к погружению. Зато во время и после семинара мы наблюдаем улыбки и восторги участников. Они открывают для себя новые возможности быть с собой и с окружающим миром в гармонии.